В этот день волнению не было предела. Как для учеников средней школы номер 8, так и для родителей наступил очень ответственный момент. Первый шаг во взрослую жизнь сделали учащиеся 10 классов. Отныне они – гордость школы, элита и образец для подражания. В учебном заведении готовят классы правовой направленности. Здесь ребят учат не только специализированным профильным наукам. Здесь, под чутким руководством педагогов, рождаются настоящие личности. Смелые и храбрые, воспитанные и эрудированные. И даже если впоследствии ученики не выбирают юридическую специальность, школьные уроки жизни помогают им оставаться настоящими людьми в любых ситуациях. Это ребята добрые, это ребята отзывчивые, это ребята порядочные, это ребята, которые имеют уже на сегодняшний день цель в жизни. И насколько приятно педагогическому коллективу 8 школы, когда эти ребята достигают своей цели, когда они становятся курсантами, а в дальнейшем становятся сотрудниками органов внутренних дел. Предшествовала торжественному моменту яркая концертная программа. Песни и танцы, стихи и необычные миниатюры подарили публике огромное количество положительных эмоций. В празднике принимали участие как главные герои мероприятия, десятиклассники, так и малыши, у которых старшие братья и сестры занимаются в классах правовой направленности. Несмотря на то, что многие пришли в 8 школу только в сентябре, теперь они дружный коллектив, которому все по плечу. А общее желание носить настоящую милицейскую форму еще больше сплочает ребят. Сотрудник милиции, он должен отличаться порядочностью, честью, всегда прийти на помощь, обязан он. Но сегодняшнее мероприятие, я считаю, что кем бы эти ребята ни выросли, будут они милиционерами или будут они кем-то другим, важно то, что с сегодняшнего дня они должны измениться в лучшую сторону. Я уверен, что это будет так. Да, я пришла в сентябре 2013 года, я узнала об этой школе совсем недавно, то есть в августе. И мне на самом деле очень захотелось туда, потому что мы видели этих красивых девочек, которые к нам пришли и сделали объявление, то, что 8 школу набирают 10 классы. И мне стало очень интересно, что там, как там вообще, и форма так понравилась. Ну, в общем, вот я и решила сюда пойти, в принципе. Очень много новых ребят, которые вообще не знакомы между собой. Но что самое удивительное, они очень хорошо к нам вообще, ну, которые старички были еще, они очень хорошо начали к нам относиться. То есть все очень дружелюбные, все очень общительные. И мы очень, два класса вот наших десяток, они очень сплоченные. Даже вот после этих репетиций, долгих репетиций, нас это очень сильно сплотило. И даже 11 классы к нам очень хорошо относятся. Свои удостоверения юноши и девушки получили из рук настоящих офицеров, которые не понаслышке знают, что такое доблесть, мужество и честь. Руководство школы уверено, что именно благодаря такому тесному сотрудничеству представителей органов внутренних дел и молодежи у подростков появляется настоящее желание продолжать свою так называемую милицейскую карьеру. Они учатся у настоящих профессионалов, как необходимо любить то, чему посвятил жизнь.